Життя святих, святителя Дмитрия Ростовського, месяц август, шестий день. Синаксар на преображение Господне. Read for LibriVox.org. Господь наш Иисус Христос в 33-е лето Своего от Пречистия Деви Рождения, последние же трилетние проповеди Своя, приближаясь к вольному спасению ради нашего страданию, егда в странах Кесарии Филипповой, по изреченных от Петра словесех, Ты си Христос, Сын Бога Живаго, на час казувати учеником Своим, яко подобает Ему идти в Иерусалим, и много пострадати от старец и архиерей и книжник, и убиено бити, и видя учеников Своих о том прискорбных, а наипаче Петра, и же и претяше Ему глаголя, «Милосерд Тей Господи, не имат бити Тебе сие». Тогда отемля печаль души их, обеща неки им от них свою имевшую Ему бити пострадание, славу явити и рек, сутнеци от зде стоящих, и жени им от вкусити смерти, донде же увидят Сына Человеческого во славе Царствие Его. И полном дни, вон же та глагола на бъйша, шести днем прешечим, гряда и Господ от стран Кесарии Филипповой в Галилейские пределы, прийде к горе Таворстей в Галилей Сущей, последствующим ему учеником и многому народу, и ден к нощи преклонися. А понеже обичай бе Христу Господу, на нощнея к Богу Отцу Своему молитвы особо от учеников Своих отлучати ся, оставив обо под горою народ и ученики Своя, триех токму от них поем, Петра и Якова и Йоанна, взаиде с теми на высоту горе и молитвы и ради. И там от тех триех особ мало на вышний холм отступив, моляше ся. Три же они и ученики, ово от восхождения на высоту горе, ово же от продолжения молитвы утрудивши ся уснуша, яко же глаголят Евангелист Лука. Петр же и сущий с ним бяха отекчени сном, и спящим им, и нощи уже ко утру приближающийся, преобрази се Христос, облеставая се Божества Своего славою, и представши ему повелениями го два пророка, Моисей от мертвих, Илия от рая, и глаголаху с ним о изходе го имевшим совершите се в Иерусалиме. От глаголания же их и отнашечия божествения сила и убудившися апостоли увидеше славу Его неизреченную. Лице просвещено е яко солнце, риза Его бещаща ся, бела и зело яко снег. И два мужа с ним в славе той стоящия и глаголющия, и бъйше ужасни. Познаше жаби Духу Святому им откривающо мужей тех Моисея и Илию бъйти, и беседу их о вольном Христовом страдании разумеша, и стояху трепетни, послушающи глаголи моих и наслаждающи се зрението я божествения славы, юже толико видеше елико телесних очей сих зрение вместити можаше. Толико бо и Господ им показа елико естество човеческо монаго зрение в купе и живота не лишите ся. Понеже невъзможно човеку смертно зрети божества безсмертного невидимого, яко же и древле молившо Моисею Бога да покажете му славу лица своего божественого очевидно, отвеща Бог, не узрит по човек лице мое, и жив будет. Кончащи се же Моисея и Илии со Христом беседе и отшествию их апостолом духом познавающо се, съжале Петър, яко хотят отити пророки от зрение их. Желай же непрестанно тоя Христова и пресладкия слава и честних пророков любезного зрение наслаждати се, прияде разновение и рече, Господи, добро ест нам зде бъйти, и сотворим сени три, едино Тебе, и едино Моисейови, и едино Илии. Сие Петру глаголищо облак светъл представива и обоих пророков Христу, и пак и маниями го божественими имея их взяти, и кой гожду на свое место отнести, осени апостолов окружая верх го райония. И множа и обояше си апостоли в негда приближающите се ко Христу в недоша во облак, и в той час бъист глас из облака глаголющ. Се ест Сын мой возлюбленный, того послушайте. Таковому гласу свыше пришедшу, неста крепост во апостолях от великого ужаса, обояше се бозело и падоша ница и на землю. Пачим же им взят се слава Господня от видения их, взяше се и пророци во своя места. Господ же приступаль, косну се лежащим на земле учеником глаголя. Востаните, не бойте се. И возвеча очи свои ученики, никого же видеше токму Иисуса единого.
начинаше же воссиевати ден и доше с горей, и заповеда им Господ да никому же поведят видения, донде же по приятии страдания и смерти воскреснет в третий ден от гроба. И ти умолчаше, и никому же възвестиша в ония дни ни часо же от тех, я же видиша. Бъйст, че преображение Господне месеца августа в шестъй, пред воссиянием зари утренния ден, вон же и празнувати възпоминанието го църков прия. Неяко Кирил Транквилион написа, бъйте Господню преображение пред волними го страданием во вторник, и же пред Великим Петком, еженест истинно. Яве го показует се от трех евангелистов, Матея, Марка и Луки, о преображении Господнем написавших, яко по оно и на таворе явленно и божества слави, Господь много е време проводи, ходя по градом и весем, проповедуя и чудодействуя. Изволяя и да зрит в евангелской книзе, а наипаче во Светом Луке, начен от зачала 45 го, внимателно да прочтет до Господня во Иерусалим на страст вольную пришествия. Слово на преображение Господне. Господне преображение действо не точи у свети евангелисти и довольно описаша, но и учители църковни настояща го празника в словесах многими речениями сказаше пространно, и я же бяху в том таинство, ясно изявивше трапезо духовно и изобилно празднолюбцем представиша. Последним обонам чтущим и слушающим прежних учителей словеса и сказания, и уже вся изяснена и имущим, нино что остает се токму готово им внимати, и предложение духовни трапези и богомысленим наслаждати се вкусом. Обаче и сиен не без пользы будет, егда аки по обеде оставшиеся окрухи, по преждесложенним от учителей словеса малые некие толкувани останки соберем от части воедино и к тому же празденству, произволяющих ради приложим. Пояти Исус Петра и Якова и Йоанна, брата Его, и възведе их на гору високо едини и преобрази се пред ними. Христос Спаситель наш прежде вольна го страдание Своего и смерти, хотя учеником Своим явити от части Божества Своего славу, почто к зрению тоя не всех учеников поят на гору Таворскую, то го ради, яко бе в них и Юда, недостойные видения оного Божественного. Сице святей Теофилакт архиепископ Болгарский гадателствует глаголя. Не поят обаналисят ученики своя владыка Христос на гору, понеже Юда недостоин бяше предателскими учеса и видите славу Христова преображения. Добре воспе да маскин святей, нечестиви не узрят славы Твоя я, Христе Божие. Невозможно ли обо бе Юду недостойна година го оставите под горою, прочих же достойних всех поятие? Возможно бяше то Господу, но дълготерпелив и покриваещ всех человеков грехи са и владейка наш, не възхоте обличите на достоинство Его, ниже подати ему вину к большему злу, яко же глаголят в Писании, не обличай злых, да не возненавидят тебе. Ибо аще бы и Господ поемши всех оставил единого Юду, то не точил на самого Христа, но и на всех апостолов гнева и ненависти изпълнил се бы и Юда, имел бы извет предателски злобой своя я, рекши, то го ради предах Иисуса, понеже презираемый бых от него. Сице мнит Феофилакт глаголя, аще единого Юду долу оставил бы, прочих же с собою поял бы, подобно бяше неким глаголът, яко се го ради Юда уязви се сердцем, и на предание владейки своего остремися. Не позавидели Юда трием оним апостолом на гору поятим? Не позавиде, понеже знаеше их на всенощно и молитву шечих, яко же евангелист Лука написа. Поеми Исус Петра, Йоанна и Якова, взайде на гору помолите ся. Юда же ленив се и хотяше всю нощ под горою спати и почивати, ленивый и бойсунливый не брежето полезних. Почто же Господ не более поят с собой учеников на гору точи от риех, то го ради, ако да сбудице писание во второзаконие и глаголище, при устех двою свидетели и при устех триех свидетели станет всяк глагол. Поема и бо триех апостолов хотяше поятище и двоих пророков Моисея и Илию, да будут свидетели живым и мертвым, яко он из Сын Божий на спасение мира от Бога Отца посланный, гласом свыше пришедшим показанный, че согов свидетельство довлееше с двумя пророками, трем апостолом бъйти. Моисей от мертвих призванный, да свидетельствуете го в мир пришествие мертвим, владе държимым бывшим,
Илия Еноху в Раида скажет: «Три же апостоли всем в поднебесную живущим славу Его в преображении виденную, да проповедят глаголюще. Видехум славу Его, славу яко единородного от Отца, исполни благодати и истины». И паки, неухищренным бобасным последовавши сказахум вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, но самовидцы и бывшие величествия Онаго. Прием бы от Бога Отца честь и славу, гласу пришедшу к Нему такову от велелепния славы. Се есть Сын мой возлюбленный, у нем же аз благоизволих. И сей глас мой слышахом с небесе сушедж, с ним на горе свете и бывше. Довлееше Господи, висотворшему се в своем на таворе преображении позор ангелум и человекум, да три токму от живущих на земле божествени Его славы и зрители и свидетели будут. Ибо ти и три пред очима Его лучши бяху, паче всех народов язык, понеже един у Него праведник, честнейший ест, паче безчисленных грешников, еже и дребле в завете ветхом изяви. Хотя бы могуществом владычества своего устрашите царя египетского фараона, повеле Моисею да пред лицем фараоновым став сказует, яко послава Его к нему Бог, ест Бог триех человеков, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковль. Но как у фараон толико многих градов и толико многого египетского народа цар боевый, можаш устрашите се Бога, нарицающего се бъйти триех токму человеку владыкою, и не стыдно ли бе пред царем тор великие земли сказывати сие, яко по славе Моисея тремя токму обладает? Непотребно ли бяше да боево устрашение ужесточенного сердца фараонова, сказывал Моисей, яко по славе Его ест Бог царствуя и всеми в поднебесной странами, обладая всеми по вселенной царствой? Обаче Господ не изволи тако, но токму тремя рабами своими славите се пред фараоном хоте. Почто? Сего ради яко ти и три угождающи Богу и небесни хищуще, честнейши и сотвориши се пред Богом, паче всех повсюду царств и племен. Того ради глаголят апостол не стыдит се сими Бог, Бог нарицати се и хаки бай глаголя. Почто ты, фараоне, гордиши се о пространстве царства твоего, о множестве градов и безчисленных народах работающих тебе. Аз имам три таковые раба и моя, от них же ни единому равно есть все твое царство. Бог я сам Авраамов, Исааков и Яков или не стыждуся? Той златоуст святей разсуждая глаголит. Вселенния Бог не стыдит се триех нарицати се Бог. И в лепоту сопротивосильнейшие бусут святии. Лучше есть един творя и волю Господню, нежели тмы беззаконников. Три апостоли к зрению славы Господни на тавор пояше се и непотребно бяше более, понеже и тех не бе достоин весь мир. Часо ради Господни иных, коих триех поят токму сих, Петра, Якова и Йоанна. Златоуст святей и по нем прочие довольно на то отвещаша. Мъй же воспоменувши три богословския, без них же невозможно кому видите царствие Божие добродетели, веру, надежду и любов речем, то го ради тех триех поят Господ собою, понеже вначале в них те три добродетели имеяху бъйти делом изявленни. Петре, вера, той бо первия всех изповеда бъйти Христа Сына Бога живаго, а потом рече к нему Господ, молих се от тебе да не оскудеет вера твоя. Во Якове надежда, той бо в 12 апостолях първи име надежди ради Израилева и под меч преклоните свою главу. Во Йоанне же любов, ако той бе първи в любви Христовой, пречистуй же Деве Богородице Сын наречени. Часо ради сии три послежди от святаго Павла апостола в послание к Галатум столпами наречени суть. А златоуст святей к тем столпами сие похваление приложи, велиции столпы и изрядни, их же все всюду обносят сиест похваляют, они бо перви верую и надеждою и любовью, яко же столпы утвердише первенствующую Церков Христову. Еще же в тех триех апостолях изобразуваху се три чина изряднейших угодников Божиих, и же паче иных достойни сотворяются лицезрение Христова в славе Того Небесной, чин боголюбцев, чин мучеников и чин хранящих чистоту целомудренно. В Светом Петре бе образование боголюбцев, ибо Петър посвидетелство о нем златоустово паче и наих усерднее Христа любяше. А елико кто во временной жизни Христа любит, толико от него в жизни вечно и люблен, и лицезрением того наслаждаемый будет, самому Господу глаголющу, аз любящие ме люблю.
И паки, любя меня, возлюблен будет отцем моим, я возлюблю его и явлюся ему сам. Во святом Якове образуваше се чин мучеников не точи от тех, и же кров свою за Христа изливать имеху, но и тех, и же и без крови по вся дни Христа ради умирать и греху подштать ся, распинающий плоть свою со страстми и похотми. Име бо то Яков толкует се запинатель или борец и попратель. Все же то без страдальчества не боевает. Всяко бо запинае врагу своему невидимому искушениями на него находящему, одолевай же и попирай страсти своя повседневним умерщвлением, ест яко Яков, ест мученик, аще и без крови, ест борец силен. Или ко боряй се претерпевает, запинай же и одолевай и попирает, толико со Христом победителем и прославиться. Во святом Йоанне девственнице образ бяше хранящих чистоту плоти и духа, им же особная благодать паче на их дает цвета, еже зрети во славе Бога. Блажени рече чисти и сърцем, яко ти и Бога узрят. Петра обо Якова и Йоанна вземлят Господ собою на таворк зрение, слава и преображение Его, показуя яко хотяй, кто с ним вселяти се в небесном царствии, и лицезрение Его наслаждати се должен любовью к Богу бъйти Петър, мученичеством Яков, чистотой же Йоанн. Сиест подражати должен по силе своей угодником Божиим, и же Бога возлюбише тепле, и же мученик яще и без крови повседневним самих себе умерщвлением показаше ся. И же от всякие скверни плоти и духа чисти соблюдоше ся, или покаянием истинным учистише ся. Поемши Господ три ученики своя на молитву, почто ненаравно и некое место отведе их, но нагоро високо возведе. То го ради, да отодоли и земних к высоте небесно и приближив их, тем образом таинствен всех поучит, яко хотящи му сподобите се небесних откровений и видите славу Божию, подобает долне и оставляти пристрастия, горних же наслаждений желати и искати. Сице глаголит Теофилакт. Нагоро високо возводит их, являя, яко аще кто не вознесет се от земных, недостоин бывает такове их зрение сподобите ся. Добре получает святый апостол глаголя, вышних ищите, и деже ест Христос, горние мудрствуйте, а не земная, а може живот ваш сокровенест в Бозе. Во одоле ходяй, далече суще видите не может, нагоро же високо возшедшему и далечайше и удобно видима суть. О настоящей же жизни всегда пекися, как уразумеет будущие жизни благая. Нагоро же богомыслие восходяй, я же превыше небес суть, познавает, як и очима умом та видит. Ползающие по земли гады и живущие в земли животные не могут взирать и на лучу солнечную. И ум человеческий в земных суетствах углублений никак уже может зреть и славу Христову и светом благодати Его осъявати ся. Вознеси ум Твое, человече, от земных к небесным, от настоящих к будущим, от пристрастия дольного к желанию горнему, тогда познаеши, коль благ Бог Израилев, коль сладостен ест Иисус сладчайший, коль вожделенна ест люба Его и божественных Того откровений насладишися. Не на ниску, но на високо гору возведе ученики своя Господ, че со ради, да богомыслию вкупе и трудолюбию поучить их. Без труда бо на высоту взейти невозможно. Высота горы и богомыслие ест образ. Восшествие же на гору труда указание. Добро ум вперяти в Бога, но и труда оставлять и не подобает. Ибо добрые дела трудом снискиваются. Ум зрит Бога, труд же возводит к богозрению. Ум покоряется Христу, слушая звание Его, труд же и рем Христов носит, ходя вслед Его. Богомыслие услаждается умным Христа зрением, трудолюбие же привлекает на сяло часа Христова. Вижте рече смирение мое и труд мой. Видено може быть от Христа не меньше ест благо, яко же и видите Его. Обоят та, богомыслие и трудолюбие, хотящи му достигнути горних красот и наслаждений, зело нужная суть, яко же птице криле. Не может птица у едином криле по воздуху летати, ни человек может у единой кое от тех двоих добродетелей на высоту совершенного спасения вознести ся. Недейственно бо богомыслие без трудолюбного жития, и трудолюбие без богомыслие немного пользует. Двумя крылами всяка птица добре летает, двумя теми добродетелями, трудолюбием и богомыслием
Всяк спасаяся на товар мислене изрети вечно славу Божию восходит, в начале же трудолюбием, ибо то предтече есть богомыслию и боговидению. Труд подяше святые апостоли, восходящие на гору высоку зрети славу преображения Господня. И кто чает без труда сподоблен быть и ежезрением лица Божия наслаждатися? Часо же ради возведе Господ ученики свои едины, не последствующую им народу, ниже другим апостолам по них грядущим, но единым токму им восшедшим. То го ради, да сим образом уединение и безмолвие искать и научить тех, и же хотят в богомыслию упражнятися и умным наслаждатися боговидением. Едина возведе си апостолов троица на место безмолвное. Высота Богорейто я бяше яко пустыня, человеки ненаселяема, да уединенним и безмолвствующим ясне откреется Господня слава. Не может бо в молве и мятеже народном откровен бъйти кому Бог таку, яко же во единенном безмолвии. Зрит Илия, пророк Бога умом своим, стоя пред царем израильским Ахаавом и молви с ним глаголит бо, жив Господ и муже предстою, сиест телом тебе, умом же предстою Богу моему. Телесними очисей тебе, умними же зрю Бога. Но несравненно яснее зрит своего Господа, Илия в безмолвии в горе кърмил пустынной уединенной, и даже не умом токму, но и очевидно божественных его откровений и сладкие с ним беседы исподобляется. Может, кто посреди житейских молв сей возводит иногда ум свой к Богу, но не яко в безмолвном уединении. В тех бо, о, коль много е препятствия, всех же тишина и покой. Но все сам Господ глаголит, упразните ся, сиест, уедините ся от молв, и разумейте, яко аз я съм Бог. Познайте ми, рече богомисленими вашими умы, коль благоутробен я съм, коль милосердие съм, коль любезен е съм любящий мя, и скоро обретателен я съм взискующий мя. Познайте же мя и скоро обрящите, егда упразните ся от суетей и от молв уедините ся. То уведавши мнози, бежаше от многометежного мира в пустынна и безмолвия, и скитаху се в горах и пропастях земных, да едини с единим общают се Богом, наслаждающи се Его любезнейшими желаниями. Пустынным бо, яко же воспевает Дамаскин святый, непрестанно и божественное желание боевает миросущим суетного кроме. Еще и всем таинства поищем. Почто возведе Господ ученики своя не во дни, но наставши и нощи? То го ради, ако нощ удобнейше ест паче дне к богомысленной молитве, понеже в ней вся вселенная молчит, к сему же в нощи ничто же ино от тех, я же суть в поднебесной зриция, токмо едино небо звездами украшенное, и самою красотою своею очи и ум человеческий к себе влекуще. В нощи у Бог зрению славой своя возведе апостолы, да всех нас научит в богомысленной молитве ничто же от земных умом рассмотряти, но токму внимати небесним. Воспей иногда пророчески Давид предвозвещая, яко божественных разумений имат человеком открыти ся. И кто имеешь быть и учитель божественный, открывая и внемлем? Нощ рече, нощ ти возвещает разум. Нощ воистину есть таков учитель, и же человеки в маловременной сей жизни – аки в отме нощной сущия и сени смертни седящия, разуму Божию получает глаголющо святому Кирилу, а ще возрише на небо нощию множеством звезд безчисленные маки свещами сияющие, и рассмотрише умом яко и же весь ден хождаху молвище человеци, ти в то нощное время спящи ничим же разнствуют от мертвих, возгнушающиеся всякими дерзостми человеческими. Все разум. Коему получает нощ? Получает разуметь и суету, мол, в житейских, и дерзаемых богопрогневательных дел, и гнушати се ими. Вся в поднебесне живущая нощью суть аки мертва, и вся видимая нощною тмою боевает покровенна, и аки погребенна. Пресветлие палаты и красное здание суть аки гробы, древеса изрядные, сады, вертограды и суть аки некое страшилища. Злато, сребро, камени и чесно и в мраце нощном ничим же разнствуют от меди и железа и простаго каменья. Красота бо и честност их не зрится, и ничто же от дольних нощ и от чест человеческих увеселити может.
сябо темна суть, само е токму зримо е с небо, звезда мяки драгоценними бисерами опестренно е, изрящих на нео, че са увеселяюще е. Зде разум божественни, ибо богоугодни е може получаят нас нощ тайнствено. Уединил се е си човече в безмолвие на молитво с трудолюбним подвигом и начинаеше восходити умом нагоро богомислия. Положи пред очеса и твоими земная яко нощ. Вся житейска е красота временно увеселяющая, да будет тобою презираемая и гнушаемая, яко темная, никое гожу увеселение имущая, сенью смерти покровенная. Едина токму небесная ум твой да созерцает, и откреет се тебе свет благодати Божия, и изпълнише се радости духовни от сладкаго богозрения. Кой е же ради вины на Таворскую гору, а не на иную кую возведе Господ своя ученики явите им преображение своего славу? Тавор, с еврейского языка толкуется чертог чистоты и света. На Таворубо, а не и наму возведе он их, да от самаго того именование известно е подаст учение усем, яко хотя и слава и Господни зритель бъйти, должен перве имети совест свою, яко чертога чистота и достойни приятия, в себе света благодати Божия. Воспоменем же зде и древнейшее на Таворе бывшее действо. Когда си Сара воевода сил ханаанских прииде изтребите израилтяни, Варак, предводитель израилски, взейде первый на Тавор и собра таму израилтиския вои и вооружив ся, устреми си оттуда на супостата и порази весь полк вражи в конец, яко и самому си Саре погибнути. То древнее действо обнови Господь тайнствено в своем преображении. Греда и боацка го си Сару победите первей на Тавор взейде, да таму явленную божества силою, аки бронями вооружив ся, оттуда на него устремит си и победит. Очесо ми беседа бяше на Таворе. Глаголаше изход его. Человек уже хотящи му одолети невидимо го супостата и попрати наводимо и от того греховную силу, се образ, да взейдет первей на Тавор чистота и сердечния, да очистит совест свою покаянием истинным и преобразит се от злаго жития в добродетельное и облечет се в броня правды и приемет вся оружие Божия, тогда вражи удобно поперед силу. Възшед же Господ нагоро со ученики своими, преобрази се пред ними. То слово пред ними не просто от евангелистов написано есть, но во изявление таинства сего. Яко не себе ради преобрази се Христос, просветив лице свое яко солнце. Не требует бо свет себе просвещения, никое го же помрачение в себе имай, са и сияние славы отчия, но ради нас преобрази се, да просветит тму нашу, и преобразит нас от рабов греха в истинния раба и своя, и от сынов гнева в возлюбленные сыни Богу. То бо все намерение Христово и намерение конец бяше, еже сотворите нас чада Божия. То го ради воплоти се от пречистия деви, то го ради образом обрети се яко человек, то го ради зрак раба прия, и киими рабскими образа и не поработа нам да погибши в нас образ Божий обновит, яко же в сынех отчи. Глаголаше иногда Моисей ко Господу. Святыня Твоя, Господи, южо уготова сте руци Твои. Вон мем се му. Уготова сте руци Твои. Не глаголят руце человечести и повелением Твоим сотвориша, но Тей сам рукама Твоима трудился и си. Сие же рече, изявляе велие Господне у человеце попечение. Че собо человека ради Господ не содела и не делает, человека ради содела небо и землю, и моря, и реки, и вся я же в них и на них. Человека ради в дни и в нощи небесными светилами всю поднебесную просвещает. Человека ради дождит, урушает, снеги посилает. Человека ради насаждает, созидает, земледелец и вертоградар боевает, да ничим же человек будет скуден. Еже рассуждая святый Кирилл Иерусалимский глаголит. Кому ж до различен боевает спаситель наш ко употреблению, требующему веселия боевает виноград, хотящему в нити и дверь, желающим же принести своя к Богу молитвы, тем является ходатай архиерей. И паки, имущим грехи сотворяется агнец, да заклан будет за нас, и всем вся боевает, сам в тождестве естества непременен пребывая. Дозде Кирилл.
Так у многоразличными образы и нам грешним служит Владыка наш глаголей. Не придох да послужат мне, но да послужу им. И все наши го ради добра делает, не своих си ищя, но да приведет нас в познание непрестающих благодеяния го нам творимых, яко да на благодарение воставившееся преобразимся от грешник в праведники и от миролюбцев в боголюбци. И на того рубо преобрази се нас же ради, да известних сотворит нас уготовано и нам небесной славе, и же преобразит тело смирения нашего, яко бъйте се му сообразно тело славы Его въобще всех воскресение. И в безконечном того царствии е же уготова от служение мира любящим Его. С ними же и всех нас да сподобит благодати лице зрение Своего милосердием Своим Бог и Владыка наш Христос Человеколюбец и мужа со Отцем и Святым Духом чест и слава, ныне и присно, и во веки веков. Амин. Конец слова на преображение Господне. This recording is in the public domain.